Да, у меня приют, да, мы, но я как бы начала спасать. Ну, так много собак, конечно. Потому что от вас сколько. Чем больше друзей, тем больше мы спасем. Это же правда, девчонки. Добро притягивает добро. Мы разве мало спасли уже? А еще, ребята, мыло, шматы и души. К нам грязь не достает. Мы это сделаем почти дальше. Почему? Потому что, чтобы о нас не писали, мы вывешиваем очередное видео, мы вывешиваем очередные фотографии. И что? Мы рассказываем правду. И мы всегда говорим, мы открыты, приезжайте. В любое время. Другие полиции закрываются, не пускают. Я говорю, ребят, приезжайте. Вы сами все это увидите. Понимаете? А когда вы это увидите, вы будете смело говорить, да, друзья, у нас хорошо. Да, у нас тяжело, да, у нас бывают проблемы, у нас умирают. Это в любом приюте есть, понимаете? И это наша боль, мы это не скрываем. Девочки, мы же не ангелы спасти всех. И потом это будет, ну, повыглядите, если мы будем говорить, ой, у нас замечательно, мы в шоколаде. Кто будет помогать приюту, у которого все будет хорошо? Нет, ребята, у нас трудно. Но, опять же, ребята, сколько нас? У нас уже 13 тысяч подписчиков, представляете? Это много. Если бы еще все эти нас помогали, мы бы даже по 100 рублей бы скинулись, но проблем не было. Ребята, мы будем найти небольшой зал. Рублю 30 миллионов. Ребят, просто, знаете, не обязательно учить там приезжать, помогать, работать. Просто приезжайте, поиграть с ними. Да, пообщаться. Им столько хватает внимания. Ребят, нагладьте их, угостите их печеньки. Приезжайте. Все-все-все. Приезжайте, я вас очень прошу. Приедем обязательно, И вообще, возьмите это себе за право. Раз в выходной кто-нибудь приезжает. Можете все приехать сразу. А можете по очереди разбить. И уже в приюте будут волонтеры. И мы уже будем с ребятами общаться. Поэтому я думаю, у нас будет хорошо. Друзья, а еще хочу сказать огромное спасибо. Просто огромное. Нет, без вас. Спасибо. Да, конечно. Земли. Не было бы приюта. Не было бы столько спасенной жизни. Не было бы друг смеха. Не было бы этих встреч. Понимаете, это новая жизнь в нашей жизни. Что-то поворачивается. По-другому. Я тоже увидела и захотела обнять. Потому что для меня я тоже не уже. Да, я обнимала. Потому что нет, она придает мне. Заходите, мальчика, успеть. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Замечательная компания, выглядите прекрасно все. А что вас так мало и где подарки? Или еще рано? Машина где, в которую грузят эти подарки? Уже лучше, намного веселее, что вы не одни. Подарков-то много хоть привезли. Надо было взять каких-нибудь собачуль или кошечек, может, разобрал бы кто-нибудь. Ты какая прелесть. Ой, спасибо там всем. Верно, верно, Тамарочка. Все очень верно. Примером будем. Я тут все время пишу и ставлю в пример всю команду. Нифига, молодцы какие. Все вошло-то. Я смотрю, даже обогреватель вам подарили. Очень любят пищащие резиновые игрушки. Очень любят. Правда, игрушки живут недолго, но щенки их друг у друга отбирают, грызут, носятся с ними.
потому что щенки очень сильно с ними играют, тянут друг у друга, отбирают. И, естественно, рвут, конечно, но вы бы видели, сколько счастья, когда они тягают эти игрушки. Щенки, игрушки в любом количестве, любые нам нужны. И большие, и маленькие, любые, большие мы подвешиваем, на них и щенки катаются, и котята верхом катаются. Ну, на резинке особенно, если подвешиваем, это сказка, что они творят. У нас проблема, у нас вообще нет пеленок. Девчонки миленькие, и особый упор делаем на пеленки, физрастворы, антибиотики. В общем, все по старой схеме. Но особенно, девчонки, пеленки. Очень вас прошу, мои хорошие, помогите, а? Дева, откуда столько кошачки? Какая прелесть! Валюшенька, когда ты поедешь в субботу, я обязательно приеду. Уже тоже жутко соскучилась и чувствую себя человеком, непричастным к жизни лохматой души. Очень об этом переживаю. Но работа с... Поэтому пока вкалываю. Я вас всех люблю, целую. Доброго здоровья, девочки. Спасибо вам. Вокруг нас очень хорошие люди. Ребята, мы таких людей, мне кажется, просто притягиваем. Хороших людей. Оглянитесь, что происходит и сколько к нам приходит именно хороших, добрых, с теплотой людей. Это удивительно, девочки. Это удивительно. Спасибо вам. Девчонки, давайте думать о хорошем. Мы с вами ох, а с нами Бог. Вот посмотрите, все равно ведь понемножку то там потихонечку набираем. Потихонечку гасим, потихонечку машины достаем, потихонечку перевозим. Девчонки вон, умнички, Лена, Наташа, договорились и привезли Люда, привезли опилки. Девчонки, это здорово, это правда очень здорово. А еще я не представляю, у нас действительно замечательная команда. По-настоящему замечательно, каждый переживает, душой болеет. Девчонки, я вас очень люблю. Спасибо, мои хорошие, вам. Просто спасибо за то, что вы рядом. И дай Бог, чтобы у вас тоже дома было все-все хорошо. Пусть вот ваша доброта, вот той, которой вы делитесь с нами, с ушастыми, лично со мной, потому что я от вас столько теплых слов слышу. Девчонки, пусть эта доброта вот обернется в сотни, в тысячи раз большей лавиной и вернется к вам домой. Я вам всем сердцем это желаю. Спасибо, мои хорошие. Спасибо, девочки. Боренька, тебе, солнышко, тебе и Саше отдельное спасибо. Вот, это новая мама Ёшки пришла навстречу. Ёшка, которая сейчас Джерри, вот мама ее. Мне кажется, наверное, уже просто даже московский надо как-то скооперировать, потому что вот это того, чуть-чуть того, чуть-чуть, вроде хочется побольше, вот, допустим, тех же миссов. И вроде, думается, и пеленок еще хочется, и вроде бы и этих вроде хочется купить, постилочек. Вот сейчас тоже швею зарядила шить. Вот не знаю, как есть, но не знаю, как есть, но не знаю, как есть. Вы когда сюда еще приедете? Вот через, ну, вот это вот уже бы раньше бы. Я слушаю вас.
Ребят, здравствуйте. Котик мой, здравствуйте. Буду рада, очень. Да, они такие. Здравствуйте. Нет, 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 высота должна быть минимум 2 метра. Есть. Мы же бутылки. То есть это нас сейчас посчитать принимают. Любые, нет, 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 вот которые сажают вчера. Мы берем все, они взглядные. Вот, ребят. Да. Все нужно. Правда нужно, ребята, потому что это приют. У нас стройка идет. У нас сейчас, ребята, у нас настолько это все просто необходимо. Все, что у вас есть, все, что у вас вылилось сейчас, запылилось немножко. Даже горсть гвоздей, гвоздей, ребят. Ребят, детские игрушки. Спасибо. Кину квитанции, когда в город привезут, я все сфотографирую. Это обязательно. Нет, просто чтобы вы можете сказать, даже поделиться, что да, собрали по акции. Это очень много. Это как еще будет? Ну, видишь, мне первый раз это тоже. Ну, пока нам... Там уже нет, вот жду мужа приедет. Я уже тоже зарядила, чьем одеяло, подстирали. Ждем, зимку включила, как можно могла. Да, вот. Обязательно будем. Будет вязать, будет. Нашла швейную. Я хочу с машины. Как здорово, просто подкладываешь. Вот, кто еще хочет приехать, ребят? Договоримся. Конечно, я бы как не встану. Ну, удобно, надо просто приехать, ребята, просто поиграть со щенками. Спасибо. Спасибо, мой золотой. Спасибо, песик. Это там самое, слышишь? Уходит железо, посох. Цемента, гравия, песка и плюс это самое. И плюс работа, и плюс время. Здравствуйте. Да, я машина. А, вы мне покажете? Да. Мне нужна. Как хорошо. Котик, обязательно. Ну? Оля, Ирочка, помашите ручкой. Ручкой помаши. Вот. Девчонки, чего спрятались за Диму? Я вас не вижу! Так, Саш, пусть... девочек, вытяни сюда! Дима, сделай два шага в сторону! Во, глянь! Во-во-во!